Всем хай-фай! Меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите проект «Народный махор». Сегодня мы находимся возле метро «Щелковская» в ресторане «Красное, черное». Не подумайте, это не дежавю, мы сюда вернулись к нашей финалистке, к Алене Веденниной. Встречайте! Аленка, привет! Ну расскажи, как ты себя ощущаешь после того, как ты вышла в финал? Вообще счастлива, рада, нет? Какие у тебя эмоции? Ну, конечно, я счастлива, это... Ну... Здорово, на самом деле, очень клево. Попадаешь в финал, прям столько эмоций положительных, прям счастье, счастье, счастье. А после выпуска, вот много после этого появилось поклонников? Ну, комментариев много. Поклонников не знаю, наверное. Ну, там добавляются в друзья же, наверное. Да, добавляются, да. Пишут всякие там? Пишут, да. Гадости? Гадости нет, не пишут. А парень не ревнует? А у меня нет парня. А, нет парня. Так что смотрите, у Аленки парня нет. Дерзайте, все в ваших руках. Ну, теперь расскажи нам, кто сегодня пришел тебя поддержать? Ой, на самом деле у меня глобальная прям группа поддержки. Это, конечно, тоже финалист проекта Дэн Лаврин, мой самый любимый друг. Дэн всех любит, он такой очень хороший. Я очень рад сегодня вот сюда, с говори. Вами. А я-то как рад сегодня оказаться вновь вот среди талантливых людей. Но я убежден, ребят, что сегодня будет просто супер, что сегодня мы будем плакать, сегодня будем грустить, потому что песня, она очень чувственная, очень такая ранимая. Кстати, да, Дэн, скажи, что ты эту песню отрепетировал с Аленкой, да, правильно? Ты ей подсказал партии? Ну, мы слегка так встречались до утра и... По партиям раскладывали песню, ну, более-менее так ничего получилось. Ты в курсе, что Аленка вообще твой конкурент? Твой соперник, так сказать, а ты ей помогаешь. Тебе не кажется, что это как-то вот... Нет, Ярослав, ни в коем случае мне так не кажется, не чудится абсолютно. Потому что в творчестве это не ринг боксерский, где вот кто-то кого-то нокаутировал. Это высокое, это искусство. У Аленки, у нее свой путь творческий, у меня свой путь. И мы никак, ни с тобой, ни конкуренты, ни с ней. Просто себя развивать. И самое главное, стремиться к тому, чтобы ты сегодня был лучше, чем ты был вчера. Знакомь давай еще дальше. Конечно, пришли сегодня самые мои близкие. Это моя мама и мой папа. Давайте мы с вами еще раз познакомимся. Очень приятно. С Валерием мы уже знакомы. Валерий выиграл... Да, Валерий выиграл диск. Как вы, послушали диск? Нет? Да, классно. Какие песни запомнились? Ну, там это... А, ну, да, такая была песня. Это самая лучшая, кстати, песня. Там такая, там это, правильно? Ладно, расскажите, болели за свою дочку? Ну, конечно, болели. Старались всех подключать. Кого только можно. А комментарии читали? Комментарии, конечно. До сих пор читаю постоянно. Ну и как вам, в общем, что там, хорошо, плохо? Ну, в общем, я, честно говоря, ожидала, будет хуже. Но то, что столько восторгов, столько хороших крев, да, я не ожидала, честно. Кто еще пришел? Это Сашенька Евгеньевич Петрухин. Александр Евгеньевич, ты ожидал, что будет вообще финал? Нет, честно говоря, не ожидал. Был очень приятно, удивлен, что она наконец-то вышла в финал. Я очень рад за нее. Ура! С момента, как я попала на махор, я познакомилась с прекрасной девочкой Оксаной. Мы очень сдружились, я ее правда очень люблю. Спасибо, что меня поддерживаешь всегда. Вот, это подруга Петрухина, как я понимаю, правильно? Да. Да. Как всегда. Оксана, на самом деле, это самая первая наша болельщица. Она пришла нас на самый первый наш, как сказать, съемку, встречу. Спасибо тебе огромное. И с тех пор она на каждой встрече с нами. Тебе спасибо за такой замечательный проект. Мне понравились слова и запомнились Дэна Лаврина на одной из встреч. Он сказал, что он любит не себя в музыке, а музыку в себе. И вот я вам желаю всем участникам как бы иметь это тоже. Это моя самая близкая подруга. Мы дружим уже порядка 7 лет, наверное. Алена ее, кстати, тоже зовут. Алена, а ты болеешь за свою подругу Алену? Конечно, болею. Я смотрела выпуск, я была просто в восторге от этого выступления. Я именно поэтому сегодня приехала сюда, потому что я очень хочу посмотреть, как что будет дальше. Да, вживую. Вот, и я очень болею. Это Владимир, замечательный человек, звукорежиссер. Да. Аранжировщик, да. Спасибо огромное, что пришел, правда. Спасибо. Тоночка, я тебе желаю творческих успехов, чтобы на...
этом моменте они у тебя не заканчивались ни в коем случае. А мы чем сможем, тебе поможем. Ну что ж, со всеми познакомились. Аленка, ну давай, мы сейчас с тобой споем песню, да? Пойдем на сцену. Вот. Ни пуха, ни пера, да? Нам. Пойдем, все.